А спонсор сегодняшнего показа CSGO Nice Jackpot для лучших. Ссылочка в описании, короче. Привет всем зрителям и подписчикам моего канала, с вами я, Кол, и сегодня я открываю опять 50 кейсов, и со мной Лёша. Я не мог упустить момент, чтобы не посмотреть, как он проебывает свои деньги. То есть я ради этого в 2 часа ночи готов смотреть на это. Да, кстати, сейчас время уже... 2.30. А у меня 3.30. То есть это ночь, и в принципе орать нельзя. А если мне выпадет нож, то я не буду... громко кричать. Ты какой самоуверенный, я смотрю. Ну, блин, не все возможно. Это будет самая тихая ночь в твоей жизни. Я тебя уверяю. А, отлично. Первый кейс пошел. Биолег. А, отлично. Блин, у меня вообще настроения нету. Уже нет, все, оно уже пропало. Я что-то устал. Реально, сегодня так устал. О, P250 азимов пролетает. И, ого, смотрите, фиолетовая шмотка в втором кейсе выпал. Это хороший знак. Мне такого никогда, по-моему, не было. Напомните, ребята, в каком выпуске из 100 с лишним... Полумиллиона. Да, мне выпало со второго кейса фиолетовая шмотка. А чего это ты вдруг решил кейсы открывать? Что это на тебя нашло? Блин, не знаю, мне кажется... Я просто хочу какой-то пиздатый нож, а не тот, который я получил. А, ну то говно вообще, а, какой да. Бомж будет с ним бегать. Да, тут реально днищенский вот нож. Давайте я вам покажу, ребята. Бомжатский какой-то. Так, давайте покажу, о каком ноже мы говорим. Вот этот мне нож выпал. Не, чувак, это себя не уважать, таким бегать. Ну да, это пиздец. Согласен, тем более нож. Это просто дно какое-то. Просто пиздец. Реально, блядь, у меня батя, когда на рыбалку ходит, он даже такой не берется. Да? У него, блядь, и то лучше. Мы открываем следующий кейс, в котором нам... Что? Не удалось получить ваш... Что? Блядь, мне кажется, это знак. Это знак. Что за хрень? Что-то будет. Это... По-моему, Steam лагает. А почему он обратно крутит? Блядь, Steam лагает. Лагает? Не лагает Steam. Блин, Steam лагает. Приложи к нему денег. Блядь, 200 тенге, ребят. 200 Она тенге. Всего лишь 15 тысяч рублей. Пожалуйста, стоит. Заработай. Это что, деньги, акул? 200 тенге? Тебе Леша, купят за эти деньги. 200 что? Тенге это 150 гривен. Не, мне сложно сейчас ночью, я не умею считать. Я обменяю на... 9 классов воскресной 100 гривен. Школы. Я умею согласен? Молиться Иисусу Христу на 100 и гривен. Кланяться лбом. На 100 гривен меняю. Как на что меняешь? 200 тенге на 100 гривен. Да, блядь, делай, что хочешь, твои деньги. Ну, с тобой. Мысли со мной. О, нам выпали две шмотки, кстати. Одна из них фиолетовая, отлагалась. А, это то, что... А, это... Да, о, мы открывали, оказывается, все это учитывалось. А что ты сделаешь потом с этими шмотками? Ты либо скрафчу, что-то... либо продам по ситуации. То есть, посмотрим. Что из этого получится. Ну, у нас еще до хрена кейсов, и уже две фиолетовые шмотки нам выпало. Я думаю, это да. Хороший знак, но выпадает любимый, блин. А, спектр. Зачем вообще пулемет в игре нужен? Ну, чисто поиздеваться над соперниками. Но когда это... уже 15. Но... О, красная эмочка нам пролетает мимо, и опять выпадает фиолетовая шмотка. Нам не выпал только сегодня Галил, не выпал фиолетовый. То есть у нас три фиолетовые и разные шмотки. Пеплёточка вот очень понравилась, я помню, по прошлому выпуску. Orange Crash, только не он, пожалуйста. Блять, пролетел очень хороший UMP за 2000 рублей. Или дороже, смотря какого качества. Мне кажется, эта анимация, она ничего не значит, по-моему. То есть уже и заранее но не приготовлен знаю. Результат. О-о-о-о, P250 азимов не долетел. Очень обидно. Ну ладно, мы все равно продолжаем открывать эти кейсы. У нас, кстати... Ой, опять красный что-то пролетел. О, стой! Отлично. Да, смотрите, первая розовая шмотка выпала. А розовая шмотка, она... Сколько она стоит? Не, вот это, мне кажется, дешевая. Даже дешевле UMP стоит. А, ну, UMP же розовая, точно. По-любому. 200 рублей стоит. Ну, грубо говоря, один кейс отбил. Поношенная, да. Один... Кейс я отбил, грубо говоря. Подожди, да. Сколько один кейс открывать? Я просто натурал и в этом не разбираюсь. 50 плюс 161, 210 рублей.
Охуеть, то есть ты хочешь сказать, ты каждый раз сейчас проебал шаверму, пока крутил? Да, каждый кейс это одна шаверма. Ебать. Или шаурма, как у нас в Самаре говорят, а не шаверма. Минус шавуха. В Санкт-Петербурге. Охуеть, и чуваки, в Одессе. Он шавуху за шавухой сливает. Как так можно, акул? Остановись. 50 шаверм. И, бля, вот он наш любимый Orange Crash. Еще шавуха. Она, кстати, цвета шавухи. Давай это посмотрим, сколько он стоит. Быть может, мы отбили цену шавухи. Так, и он 30-40 рублей. Ну, как раз сырный соус отбили. Так, откроем следующий кейс. И, быть может, сейчас что-то... Блять. Спектр. Так, давай, Олексий. Что? Какой... Сейчас Алексей у нас попробует заванговать. Скажи, какой ключ мне выбрать из этого? Четвертый ряд, второй ключ, справа. Блять, охуительно сказал. Реально, никто тогда Алексея не говорил. Он реально умно поступил, четвертый ряд. А другие, знаешь, типа, 20-й, понял? И мне приходилось все это считать. А ты сказал очень умно. Четвертый ряд, второй кейс. Я первый раз припоминаю, что ты меня так хвалил. Так, здесь... Мне так приятно, я же засмущался. Да? Ой, ну перестань. Ну все, хватит. Потом после записи. Да-да-да, после записи, все. Какой ряд? Тут? Ну хорошо, да. Давай второй ряд, Второй ряд, третий. Верховный ряд. Так, верховный, третий. Да. Выбрать. И здесь на какую тыкнуть? Видишь, я могу выбрать предмет. Какую ты думаешь шмотка, какая из этих выпадет? Скажи. Из этих? Да. Ну хотя бы, пускай ПП Бизон. Оооо, ты серьезно? Ну поехали. Хотя бы. Поехали, смотрим, Алексей прав или нет, и это... Блядь. Клинт Иствуд, да. Я не удивлен. Но Клинт Иствуд охуенный чувак. Клинт Иствуд, да, охуенный. Но эти пистолеты его нет. Я считаю, он бы обиделся, если бы узнал, как надо вы... Да. Ах, точно! Ебать, как я этого не знал. Ну подожди, а есть же мизерная вероятность, что тебя смотрит Клинт Иствуд? Ну да, есть. И они выпадают, да. Вот поговоришь о Клинт Иствуде и... Лёша заванговал. Все, можно выпуск называть. Лёша Ванга. Лёша заванговал, он заказал о Клинт Иствуде, и они выпали. Давай. Хорошо. Блядь. А что ассоциируется с Эмкой? Какой персонаж? Какой персонаж с Эмочкой? Ну или с Бизоном. Ну, знаешь, типичный американский... Да. Ну, это самое банальное, что могло... Да, типичный прикинул. Американский солдат, который... Давай Рэмбо какой-нибудь. Ну, не, Рэмбо, пулемет. Оу, хорошо, Праймал. О, 2000. Yes. UMP Primal. Ебать. Не, это не 2000, тот был статрек. Это подешевле. А, это... После полевых. Ой, 1000 бля, рублей, наверное. Вообще... Я думаю, 1000 рублей. Меньше, может, даже будет. Итак, ребята, 500. Да. Я же сказал, что меньше будет. 500 рублей стоит. Ну, в принципе, неплохо. Две это самая дорогая шмотка. С добавкой отбил. Да, две шавухи с сырным соусом. Ну, чувак, вообще сейчас люди будут бомбить в чате, а шавуха стоит так-то дешевле. То есть они будут писать, у меня в городе где-то 130, у меня где-то 120. Да и похуй. Но я взял прямо таки самую царскую. Такую, которую вам на неделю хватит. Двойной донер, я понял. И Клинт Иствуды. Чё-то, блять, мы запизделись про Клинт Иствуда. Да, пора сменить тему. Блин. Чё, дед, уходи. Слушай, я слышал, чувак там эту, ты рассказывал, в Ютубе бабочкой так управляет, знаешь? Ну, с бабочкой. А, прикольно, да? Ну, такой, аж руки красные. Пипец. Ой, блин. И, статрек так 9 re-entry. Возможно, мы отбили шавуху. Давайте посмотрим. И смотрим. Бля, жрать захотелось. О. Сука. Так. 364 рубля. Ну, чувак, в принципе, этот кейс опенинг лучше, чем тот, что был предыдущий. Да, согласен. Уже лучше, потому что здесь не одна синева. Это очень много классных шмоток. Мы продолжаем открывать эти кейсы. Возможно, сегодня нам выпадет... Да. Ножик. Я хочу нож. Сапфир. За $2000, прикинь.
сапфир за 2000 долларов. Всего лишь? Вот деньги для тебя. Оу, еще один UMP, да ладно. Чувак. Ебать. Но, больше называется, одесская аура пришла к тебе. Да, да, кстати, поношенная. Уважительно бы меня еще попросил, я бы тебе, может быть, и нож какой-то бы. 300 рублей где-то стоит. Хотя, блядь, по сути, я бы тебе 500. Не нож, я бы тебе, блядь, хуй резиновый бы выдал на месте Вольво. У тебя и так все есть. И Драгон Лор, и, блядь, керамбиты. И штык-ножи. Ты зажрался. Все, отдай. Ну перестань. Ну что ты, мне этого мало. Эйронж Крэш. Блять, они тебя услышали, сука, они тебя услышали. Объективно говоря, нет, давай посудим так. Объективно говоря, ты свое. Sound muted. Как хорошо наслаждаться тишиной и послушаем, что Алексей говорит. Sound resumed. Это называется. Sound muted. Фанатики, потом ты кому? Sound muted. Sound resumed. Ты поэтому молчишь? Sound muted. Из-за твоего лица. Да. Он что-то делает, что я потом увижу на видео, да? Ну ладно, окей. Возможно. Я тебя мьютил. Пидорас. И Клинт Иствуд. Это за то, что ты меня мьютнул, сукин сын. А я думал, ты про Клинт Иствуд, да? Да, конечно. Бедный Клинт Иствуд, ребята. Ну смотрите, сколько он раз сегодня выполнил? Раз, два, три, четыре, пять. Нет, ясница будет сегодня. Хороший, плохой, злой. Либо «Малышка на миллион», кстати, недавний фильм, можешь посмотреть. И всем, кстати, могу порекомендовать, очень неплохая драма. «Малышка на миллион». Серьезно тебе говорю, да, фильм отлично. Про боксершу. Пиарит фильм своего дяди. Да. И не ври, что ты не хотел бы такого дядю, как у меня. Хотел бы. О, черный чай выпадает нам, заебись. Черный галстук. А, ну черный галстук. Чай по-другому. Я специально пишется. Сказал. Я полиглот. Специально сказал. Да, да. Я знаю, да, я специально сказал. Ну ладно, не верю. Так, ну вот, первый раз нам выпадает Савидов Фубар. Блин, Субара хоть сказать. Он не первый раз выпадает. Не первый. Не первый? А, ну я сказал уже второй раз, третий. Да, да, я так и сказал. Блин, я что-то даже не обращаю внимания, что они не падают. Я столько привык. Так, и следующий шмот, который нам выпадет, это Клинт Иствуды. Все, надо пора делать викторину опять. Давай, выбирай ряд и кейс. Так, ряд? Ну, короче, кейс ключи. И да. Давай, четвертый ряд, первый угу. кейс. Угу. Ой, ключ, ну ты понял. Я понял. Хорошо, теперь первый ряд, первый справа. А, что? А, справа. Все. Так, здесь что выбрать? Да. Что выпадет? Так. Нож, конечно. Окей. Нож, можешь... ребята. Это нож. Смотрим. Это нихуя не нож, походу. Ну, хоть не дед выпал. А давай ты скажешь, мне выпало. Но я все равно услышу звук. А. Окей. Ну, то есть звук услышит и... Давай, я не смотрю, я смотрю на экран. Давай, на зрителя. Ты скажи, когда у тебя закончится звук, да. И я тебе скажу, что говно ссанина или... Ну, я не знаю, это что-то среднее между говном о, и ссаниной. О, боже, короче. О, боже, Клинт Иствуды. Сегодня, блин, Клинт Иствуды мне выпадают чаще всего. Смотри, они прям равномерно, видишь? Здесь три и здесь три. Как это? Пропорционально. Заметил? А... Нет. Очень даже... Смотри, вот. Раз, два, три. Раз, два, три. Пропорционально. А... Ну, как бы, как будто... Если их соединить, как тетрис. То есть, ну, это получится... О, боже. И при этом... Это получится вот такие две... Вот так вот. Блять, как объяснить? Если вот это подвинуть это... сюда, получится две таких три линии из трех Клинт Иствудов. Так, ну, открываем следующий кейс, который нам падает. Азимов! Азимов! Да! Yes! Это лучший кейс-опенинг за последнее время, ребят. Азимов нам выпадает и смотрим. И Лёша вылетел, к сожалению. Лёша, почему ты вылетел? Ты здесь? Лёша? Лёша, ты здесь? Да, я тут.
Я тут, вы скайп, блядь. Бля, выключи. У меня скайп вырубился. Ага, выключи, ты два раза говоришь. Да. Не Азимов выпал. Я видел, блядь, я отсюда не уходил. Ага. Ну ты просто молчал. 350 рублей стоит этот Азимов. Я молчал? Азимов. Да, ты молчал. Сколько стоит? 350. Чуть дешево, да? Я думал, он дороже. Да, закалён на боях, поэтому, наверное. Если поле, после полевых выпал, это самое пиздатое качество Азиму. Ну, все равно дешево. То есть, ну, Азимы упали в цене с тех пор, как они вначале выпадали. Все упало в цене, и это неудивительно. И нам выпадает очередной пулемет, который нарисовал Пика в пейнте. Боже. А ты круто. Ой, красная МК опять пролетела и выпадает. Угадайте, что? Да, конечно же, клинки. Стой, блядь. Атлас. Ого. У тебя был в школе Атлас? Да. Хорошо, у меня по географии была пятерка. Оранж Крэш. Ты поэтому не мог найти Турцию на карте? Или что-то не мог найти? Израиль. А, ты Израиль не мог найти на карте. Это у тебя пятерка была, да, знаешь, сомнительная. Но там разные способы были получения пятерки. О, ну это не сейчас. Потом расскажешь. Так, выпадает CZ Red Aster. Неплохо. Или Orange Crash. Бля, повезло. Так, все меньше и меньше кейсов остается. Ну, в принципе, это неплохо. Так быстро время пролетает. Да, ну я уже устал открывать. Ой, еще шавуха слилась. Я понял. Да. Внизу шавуха. Ой, бля. Так, ты в курсе, что ты эти деньги мог отправить в благотворительный фонд на помощь детям Африки, которые сейчас на 200 проебанных только что рублей могут купить несколько десятков литров воды? Sound muted. Так, мы продолжаем открывать кейсы и смотрим, что нам в следующем кейсе падает. Падает Биолек, он закончил? Вебку, на которой показан. Так, хорошо, он не закончил. Как хорошо, что есть функция мьют, это правда замечательно. Он даже замолчал. Или он меня замьютил? Да. Я не знаю. Меня опять замьютили. Атлас выпадает, отлично. То есть, блядь, это не отлично, я же привык. Блядь. Блядь, что вообще говно какое-то. Да, последние 5 кейсов осталось. Давай, я не буду смотреть. Что там, пролетело что-нибудь пиздатое? И? У тебя даже пиздатое ничего не пролетает. Эра-энтри, нормально. Перезаход. Давай посмотрим. И реэнтри стоит 80 рублей. Блять, сколько тут шмоток, ты же заебешься не вставлять на площадку. Ну я их да. Заебусь справа. Есть телефоны, каждый подтверждает. Почему отменили рабство? Чтоб ты сидел, записывал CSGO сейчас. Я понял. Это была ужасная шутка, вырежи ее нахуй. Хорошая, хорошая шутка. Ты обещаешь, хорошая, что ее вырежешь? Она ужасная, вырежи, меня не ладно, поймут. Ладно, хорошо. Оу! 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 Да ладно! Оу! Ебать! Хантик и Фаер мне выпадает. Посмотрите, как он пиздаться. Пожалуйста, пожалуйста, прямо с завода, пожалуйста, прямо с завода. Прямо с завода, прямо с завода. Она да! Поношенная. Прямо с завода! Ты я купил, yes! Грубо говоря, сейчас все, да? Yes! А, не, она 1003 стоит, да? Она 1003, наверное, стоит, потому что это не статрек, но давай. Ебать! Хуя! Ебать! Вот мне как раз за гостиницу я дал. 12 тысяч рублей! Ебать! 12 тысяч рублей! Чувак, пиздец. Чувак, подожди, это подожди, круче, чем хочу, когда мне нож упадал. Я хочу кое-что спросить. Yeah. Благодаря кому это все произошло? Ладно, ладно, давай без имен. А с кем тебе выпадал самый охуенный дроп? С тобой и бананом. Что это означает?
Ну, означает, что ты будешь в каждом выпуске следующем, почти в каждом. Ну, если ты За этого деньги захочешь. я буду. Я буду за деньги. Я не хочу А, за... смотреть, как О, боже. обогащается Ну, какой-то сукин сын на моих глазах, так, и после при этих этом мне не слов... падает процент. После этих слов... Нет, кое-что я, значит, поймите. привожу сюда ауру своих предков, которые, блядь... Sound muted. А? И ты просто замьючен был опять. Ты меня не мьютишь, ты пиздишь. Он не верит. Врёшь. Ладно. Хантик Файр, посмотрите, блядь, она охуительная МК, просто охуительная. Да, я не верил, что она мне может из кейса выпустить. И, кстати, у нас остался последний ключ. Последний ключ. Давайте его откроем. Прикинь, я сейчас ночь Чувак, сапфиру купил. Блядь. То есть кейс опенинг у тебя окупился? Да, полностью окупился кейс опенинг, и я О, доволен. Даже сверху он тебе принес. Да. Ну, океаник, ну понятно. Да, мне даже сверху принесло, принес этот кейс опенинг. Намного больше, чувак, тебе принес сверху. Намного больше. Да, намного больше и. Грубо говоря, все скины складывай вместе, и вот это еще твой плюс. Да. То это есть... хуже. Да. В общем, ребята, это был один из лучших кейс опенинг. Это можно сказать лучший кейс опенинг. Да, это лучший кейс опенинг, который. Потому что в нем был я, естественно, правильно, он же это имел в виду, да? Вам было очень весело, вы рады были меня слышать. Охуительный кейс-опинг. Это был лучший кейс-опинг, потому что это самый дорогой шмот, который я, мне. Да. Это самый дорогой шмот, который мне выпадало в кейсах. Да. Еще... И давай завершим уже. Обещаю уже, господи. Кейс Гол Найт, ребят. Заходите. Кейс Гол Найт. А где Давай!